Спасибо. Как веб-камера. Ладно, ребята, отличный ивент. Спасибо, что пригласили. Да, спасибо. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Давай, да. Пока-пока. Слава, ты готов? Да, да, брат. Заходите. Давай. Вы помните, как вы играете? Вы играете до 5 побед, да. До 5 побед. Да. А это, брат, а ты умеешь эту хуйню создавать, типа? Ня. Слав, ты создавал Царь Горы. А там что-то на скале ограничено. Создавайте. А какой у тебя никнейм, брат? Скобочка. Там надо ограничить, чтобы не могли заходить без инвайта люди, да? Как-то так, да, походу. Джон, ты тут, брат? Ты замучен. Джон не замучен почему-то. Он со своими там пощерпится. Бля, это пиздец. Бля, ну сейчас интересно. Злой. Да. Ты прям уверен в победе? Тут битва тренеров интересная будет сейчас. Я очень уверен в победе. Я уверен, что я его выебу. Алло. Хорошо. А если, ты например, сегодня... твой тренер проиграет, ты уверен, что ты выиграешь на рандомных персонажах? Да, тоже уверен. Но со Славой будет сложнее, чем со Строго. Слава... Но мне кажется, ты на рандомных персонажах прям максимально плохо играешь, нет? Нет. Мне достаточно буквально 7 минут, чтобы научиться играть за пятого. Но на вот этом жуке за лупе он очень быстро научился, на самом деле. Ну нет, там Ваня просто вообще ничего не делал, если по-честному. Так а что Ваня может вообще сделать, в принципе? Не, ну... Че, мы идем играть? Да, мы ждем. Джонни, ты тут? Да, я здесь. Смотри, ты можешь нам помочь создать? У нас ребята не могут создать. Сейчас. А потом мне стримить надо будет? Не-не, я запущу. А, то есть я тебя тоже приглашу? Да, значит. Меня пригласи, пожалуйста. Так, сейчас хочу опросник сделать. Интересно. Ой. Что же это будет? Меня не Джонни приглашает драться. Кто да, это? Да, заходите. Как думаешь, кто это, блядь? А, ух, ебать, у него поражение побед. Я ебал, нахуй. Слава, ты готов? Он отошел. А, блин, если он отошел, то... Он не примет, плохо. Да? Сейчас кто-то может другой зайти вместо него. Слава! Алло, сука, еблантий. Сейчас я напишу. Green Dan. Да, я тут. Слава! А, Green Dan. Да, Слава нужен. Слав, заходи быстрее. У нас один слот. Я пригласил. Кинь сейчас позицию, брат. Кинь еще раз. Блин, я не могу кинуть уже. В каком-то? А мы не в комнате. Так, перезаходим, да? Давайте, я в запите. Ну ладно, тогда уж давайте, выйдите, я пересоздам. Да, давай пересоздадим. Или может мне скажешь, как создать, я создам. Понял. Забей. Вот и пообщались, ебать. Слав, ты слышал, какой злой настрой? А, не, я слышал. Брат, ну я уже понял, знаешь, я вот за сколько времени собираем. Потому что въебутся лучше уже после победы. Согласен, брат. Так что я въебутся в этот раз не буду. Ну ты так что делал, злой? Ну он пришел, я не могу не въебутся. Бля, со строгой не мешало, нахуй. Да, со строгой что-то, бля, не мешало. Бузер. Тут надо оценить противника. А, пошел нахуй. Все правильно, брат, выебывайся. Тут надо недооценить. Ну что, стартуйте. Хорошей вам игры. До 5 побед вы играете. Так, давай, мучи их. До 5 побед. Да, мучих. Давай, Слава, ты выиграешь, я уверен. Нет, это не торговая площадка, но здесь реально самые выгодные выводы и депозит скинов CSGO. Есть множество режимов без жестких правил отыгровки, рулетка, краш, джекпот и другие. Самое крутое — это количество бонусов. Бонусы каждую неделю, каждый день и каждый час. Включая рандомные джекпоты и кэшбэки от пополнения баланса, за которые можно открыть кейс. А при вводе промокода 1337 вы получаете 200 монет на свой счет. Ссылка на сайт и дополнительный промокод в описании и в закрепленном комментарии этого ролика. Я думаю, злой не уверен.
Да, я уверен, что злой переживает. Я уверен, что злой пиздец как переживает сейчас. Он сейчас будет очень много ошибаться. Джонни. Да. Как ты думаешь, Слава готов ли к Джейд? Но он же говорил то, что вроде они играли, и он вроде бахнул, нет? Джейд. Он очень много проигрывал, очень много проигрывал. Слава, блядь, давай быстрее нахуй, ёбаный снич, блядь. Ну они прям на равных играли, я помню, когда мы сидели, они на равных играли. 4-4, по-моему. Давай, удачи, брат. Ты понимаешь, меня не слышишь? Но это будет хорошая драка. Я думаю, за кого вы болеете? Бля, как же охуенно Mortal Kombat смотреть, пиздец. Парни, стой, не игра. Я забыл, я. Че он стоит, блядь? Че случилось? Че он стоит? Я не ту вару пикнул. Не ту вару пикнул. Ну, пускай тогда быстро зло его убьет. Убей его, злой просто. Да, я не брал. Сейчас будет стать 1-0. Дефолт. Ну, кстати, нормально так разделилось чат в плане... Из-за злого болеет, из-за слова болеет. Ты в телеге делал голосование? Не, просто в чате. В телеге я не знаю, кстати, по процентам. В телеге Слава выигрывает. Да, 70 на 30. В Славу больше верят, чем в Злова. Конечно, блядь. Слава, только, блядь. Не забывай. Злой. Да. А есть пару слов для тех, кто в тебя не верит? Ну, мне не нужно им ничего говорить, я докажу своими действиями. Красиво, ой, как мужчина сказал. Да, слез, дядя, я чуть не заплакал. Заработано уважение 20. У меня получено снежное УВАЖЕНИЕ. Что, извините? У меня достижение УВАЖЕНИЕ. Понял. Лапа-дюрю-дюрю-па. Пи-пи-па. Все, давайте, ребят, удачи. Давай. Чат, вы можете собрать слово уважение каждый, чтобы писал по одной букве? Идем на зарубу. Ох, прям. Ебать, просто расслабься и разъеби. Йоу, расслабился. За зарубу тренеров интересно будет смотреть. Ну что, полетели? Кто у нас окажется сильнее в этом противостоянии, Бустер или Злой? Блядь, пока. Я вижу, как они нервничают. Это да, жесть. Да, присматриваются, знаете, как бойцы там, в UFC, в боксе сначала так. Джебчики прокидывают, но уже неплохо. Бустер пошел так комбинашечку. Хорошее взлетело. Если злой сейчас изворот не сделал. Ай-яй-яй. Опа. Опустил. Минус желудочек. Ой-ой-ой, у бустера проблемы. Потолбло, может быть, залетит какой-нибудь. Будет идеально. Ну сейчас дамага и потолбло. Шопа! По-моему, нет. Телепорт. Не хватит. Не подсказывать. Пожалуйста, как будто надо играть, блядь, на рандомном. Не знаю, по моему турнир зара важный дуже. Будет красиво, если Слава ни одной своей наскакой не выиграет, а вроде принесено выиграть. Вроде на рандоме. Сейчас посмотрим. Пока у Злова все неплохо, и снова вот эта палка. Ну, палка у него какая-то лютая, это Джейд, да, правильно? Прям супер лютая палка. Это как, не знаю, молот Шоукана или что это? Она и вблизи, и в зоне, где она хорошо. И апперкот у нее не ря, вот он. Зубки улетели. Апперкот, да, если не ошибаюсь? Ну, у нее самый далекий. Ну, наверное, действительно, самый сильный, можно так назвать. Ну, у Славы, да. Ах ты! Он присел. Да, Слава, это мой пенис, да, твои уродики, сука. Это твой. Кто там против меня голосовал? Сосите, я его 5 раз выебу. Себе же, блядь. Вот что он хотел вам сказать. Бля, злой так радуется, блядь. Как получилось тогда? Кто-то проиграл. Это не я. Йоу! Джейд, мэн, сак мэн, балс, нахуй, еще раз реваншик, такой красивый жара, так разъебашу, я блядь, понял, ебать. Так, все, немножко повъебывались, хватит. Ну, типа, такая доза немножечко одной победы, можно повъебываться, потом дальше продолжим. Ну, слабо разбитый какой-то сидит. Бля, вообще, ну, короче, будто без цели, надо получить удовольствие от игры. Да, еще 4 боя, можно выиграть, как Нави любят 3, потом проиграть. Чуть не тут вариацию выбрал. Блядь, я вообще, я бы прием не пользовался, мне бы надо было бы им пользоваться желательно. Слава, ты? Замучен. Я не слышу. Вы могли размучить на время. Mm-hmm.
Бля, вы бы сказали, я бы размутил. Мы размутим, давай размутим. Следующий. Так, ну что, полетели. А, стрим приостановлен. Все. А, нет, все. Все хорошо. Ой, что-то Слава пиздячит сильно. Слава, да, Слава начал, Слава подсобрался. Просто нет, да выебывались. Ни одна, да выебывались. Ну вот как он сказал, первую можно повыпендриваться немножко. Ой-ой-ой-ой-ой! Крутилка. Вопросов нету. Злой нанес ему. Сколько это урона? 100, да? Или 10? Я не знаю, пару ударов дал там. Мне кажется, урон 80. Не-не-не, больше. Ой-ой-ой, ошибся. Ну это тоже поровнее идет. Даже у бустера проблема, я бы сказал, от этого вот. С этой комбинации плюс еще 3 удара. Хорошо. Хорошо, это очень больно, блядь. Это хп на равных примерно. Контратака еще прошла, ой, как больно, там все летит от этой джейд. Слава включился. Ну, Слому нельзя проигрывать, ему нужно 1-1 выводить. Я понял, короче, Злой проебывает из-за его телепортов. Славе нужно больше телепортироваться. Ой, крутилка. Ой, еще удар. Хорош! Апперкот будет? Апперкот! 10% хп. Злой молодец, кстати. Злой вовремя вставил, как говорится, палку. Это обидно, это обидно. Ой, Злой хорошо начал, очень хорошо Злой начал. 7 ударов, 250. Разлетелись кто куда. Цепь никуда улетела. Хорошо, апперкот сильный, наказал прям. Ну, одно и то же. И тут наказал тоже довольно серьезно. Хорошо, начал. Второй раз, всегда нахуй. 2-0. Завтрак, блядь. Я тебе даю возможность выиграть. Чтоб ты просто почувствовал, каково это. Хорош. Чуть-чуть попассивней на дистанции. Он, ну, он ошибется, телепорт нажмет. Я знаю, брат. Не волнуйся. Почему мне наушники врубили? Мы врубили, потому что Джонни, да, просил и этот... Да, значит, Слава, там, короче, если она делает Fatal Blow, это верхний удар, типа, ты должен стоять в блоке. А вот у меня так, типа, да, такой вот... вот этот момент, учти. А так пока вот что нормально играешь. Делай больше вот эту серию. Вперед, круг, треугольник, хорошо? Блядь, стой. Вперед, круг, треугольник. Может, нахуй? Да, я согласен. И захваты тоже хорошо заходят. Все, пойдем поебашим раз. Хорошо заходят захваты, да. Захваты моего члена, Слава, хорошо заходят. Можешь захватить его своими половыми губами, блядь. Потому что у тебя не половыми. Члена пусин. Грин Дэн против Джонни когда ты дрался? Или Джонни против Грин Дэна? Нет, мы еще ни разу не играли. Опа, это интересно. Мы посмотрели на Джонни, он какой-то лютый, поэтому удачи вам, Грин Дэн. Я сегодня Грин Дэна зашел. Но она понадобится. Играет на Джокера. Ой, хорошо. Молодец. 323. Ой, 323 тут. Пошел неплохо, но вот опять Слой возвращается моментально. Какую-то зеленую залупу кинул. Ой, как же он защитил. Ай, блин. Ай-яй-яй. Снова этот удар. Снова это апперкот. И столько комбинации, какая хорошая злого. 299, 300 считай. Блять, у него... И еще апперкот. И один удар, и все. А не дает, а не дает. Удар надо как-то реализовать. А не дает, молодец. А не дает, а фатал блоу, а фатал блоу. А не дает, а молодец. А ну что делает? Что Злой делает? Злой? Хорош! Блять! Это что было? Один удар. Что это было, блять? Вот это всегда такая хуйня на последнем. У него, блять, на все просто один апперкот, блять. Как что он делает? Зачем он... А, это же контрудар, да? Вот, да, вот это. У этого у них упор делается контрудар. Блядь, типа... Сюрикены полетели. Вот так. Встал апперкот, блядь. Снова апперкот. Ну хотя бы блоки проходят у Славы. Хорошо, не все, там залетают удары. Фатал блоу у Славы появляется. Ой,
Ой-ой-ой, если сейчас пройдет апперкот, это ГГ. Давай, пойду блока. Ай-яй. Да. Да. Все быстрее меня делает. 1-1. 1-1, окей. Final round. Fight. О, ну тут как можно... Ой, мог префайром сбить нас. Ой-ой-ой, злой сейчас может 3-0 апперкот, закрыть. Апперкот, блядь, ну... Ой, еще апперкот, злой может закрывать 3-0. Очень мало ударов осталось, последний удар буквально, и все. И это может быть 3-0, да. Не, брат, надо менять персонажа, я смогу Скорпиолу обыграть. Я эту Соню не буду. Блин, Соня, я уже не очень знаю. Плоха. Включите бустер, он не слышит вроде. Сейчас размучу. Надо было раньше делать. Этот, Соня будет плоха, потому что у нее есть аура, типа, ты ее не сможешь зонить, если только вблизи будешь атаковать. Бля, я не знаю, на ком играть, понял? Типа, это пиздец. Угу. А сколько, какой счет? 4-0? 4-0. Оставайся, мне кажется, на Скорпе, это лучший наш шанс сейчас. Оставайся на Скорпе, играй как можешь. У нас будут потом матчи на рандомных персонажах? Ну, если мой тренер выиграет, то ты пососал, Слав. Ну, это понятное дело. А потом не будет. Слав, ну у тебя же получалось. Брат, на Скорпе нет, ну это, блядь, ну это слишком жесткий персонаж. Ну, типа, блядь, у него, грубо говоря, руки в два раза длиннее, чем всех, блядь. Не, ну у тебя какое-то это время получалось. Нет, ну, да. Все, ребят, давай. Ты его так уносил, все, замуть, пожалуйста, спасибо большое, быстрый охотник. Не только быстрый охотник, а еще быстрый замутальщик. Короче, гений, одним словом. Филантроп и... Подождите, это разве не 3-0 было? Это что, я перепутал? 3-0, так у нас до 5 побед. Опять, блядь, ну это пиздец. Это финал, до 5 побед. Он, блядь, быстрее встает. Все, финал, понял, извиняюсь. I'm so sorry. Ну сейчас прям, мне кажется, как будто Слава сдался. Ну там сложно, что-то. Давай, фатальный удар делай, фатальный удар. А где он? А там блок хорошо зашел. Бей его сейчас. Удар будет от злого один. Ой-ой-ой. Ой, как хорошо перепрыгнул злой. Да, 1-0. Возможно, это 4-0 будет. Как комбать 4-0? Охуенно, блядь, он реально, у него руки длиннее, чем мои ноги, блядь. Оп. Ну, у него потому что руки это одна длинная палка вот эта. Ой-ой-ой. Очень больно. Еще и цепи эти не проходят. Ой-ой-ой, еще. Ну, мы, короче, там... если ты выиграешь, брат, мы на рандомных персонажах выиграем. Нужно играть. Это наша стандартная схема. Ну я не хочу выебываться, нет смысла. Уже в одни ворота. Я не чувствую его вообще. Да. Если Слава, ты главное это, держи настрой, даже если сейчас проиграем. Не, мы камбэкнем на рандомах. Давай, Слава, мы до этого доживем, Слава, давай. Слав, думаешь, вообще нет шансов? Не, вообще нет, ни одно, ни малейшего. Против этого персонажа вообще никакого. Слав, ты еще по фаталблоу забываешь. Да, вот, блядь, брат, я вообще ничего не могу сделать. Ладно, давайте. Благо, я не буду выебываться. Да. Я не буду вы... Да, просто я его не чувствую. Ну вот Слава начинает неплохо первые раунды. У него проходит все, у него там комбины проходят. Он много дэмэджа снимает, а потом пропадает. Ой, наказал! Ты посмотри. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Вот не удался, давай, следующий захват. Хорошо, будет. Да, но немного дэмэджит. Вот это, а вот это хорошо, вот это хорошо. Аперку! Угадался, кстати. А если у злого Fatal Blow сейчас пройдет, это ГГ? А, он не пройдет, походу. Давай. Успеет. Отлично. Ладно. Есть одна победа. Ну сейчас мы выиграть одну игру хотя бы, как минимум. С этого можно начать, в принципе. Можно, ну, типа, чтобы появилась уверенность.
Уверенность, она может в какой-то момент прийти, ты такой, типа, блин, а у меня же получается. Не, Слава не сдается. На самом деле, Слава зря тильтит, он вообще не нажимает на кнопку, которую обычно нажимает. Ну, же тебя тогда ушло, он проиграл, и все, ничего не делал. Вот, на он всегда, кстати, ожидаемо очень нажимает. О! Ой, хорошо, залетело. Чистый блок. После вдоль секунды последнюю, да, успел? Дистанцию начали держать хорошо. Прям в рубку не лезут. О, сблизился. Ну, злого, да, злого. О, злой, кстати, начал по-другому. Молодец. Ой, хорошо. Он всегда это делает, кстати. Молодец. Ну, шанс на первую победу очень, очень велик сейчас. Хотя... Ну, нет, должен быть. Бей. Почему-то я от злого фаталблоу не видел сегодня вообще. Один раз делал, ой. Комбинация, по-моему, не до конца. Что это за комбинация, сука? Ебать, мы что-то заспорили, блядь, Вась. Он, наверное, Fatal Blow хотел нажать. Да. Это что, в России где-то карта? Сталкер, это что-то метро? Украина, Харьков. Красиво. Хорошо, вот сейчас перебил. Ой, хорошо. Да эти крутилки, они вообще хорошие, но про них Слава забывает, мне кажется, про эти крутилки. Они сложно делаются? Снова проблемы, снова да, проблемы. Вот, прям. Вот Слава может выигрывать только первый раунд. Я говорю, он очень хорошо начинает и все. Потом как-то пропадает немного. Не знаю, Джейд тот персонаж, который очень хорошо проходит вот эти вот все удары. Из-за, скорее всего, дальности своей. Это 5-0. Это 5-0. Хорош. Это 5-0. Не зря. На спокойничек чисто. Кто там голосовал против меня, хочу посмотреть. Если честно, самый умный персонаж, которого я Вадим, встречал. Давай так, победа не обсуждается, окей? Нет, так я про персонажа говорю, не про тебя же. Согласен. А, ну то, что ты как человек хуйло-то, это понятное дело, мы знаем. Не, я говорю про то, что, типа, вот, ну, самый такой прям противный персонаж из-за своей дальности. У него очень дальние атаки, у него очень, наверное, самый дальний апперкот. Типа, у него есть прыжки, у него еще есть неуязвимость, понимаете? Типа, ну, это, типа, я хз. Но этот персонаж, скорее всего, до какого-то уровня сильный, потом, я думаю, что он теряет. Смотри, ты еще можешь атаковать, а вперед, вперед, крест, треугольник. Вот это. Вперед, крест, треугольник. И потом тычку. Вот попробуй атаковать, потом тыкни. Хорошо, хорошо. Давай, давай. Вот, ты слишком много раз квадрат нажимаешь. Да, и захватик еще. Там есть сокрушительный удар на этой серии. Вот, вот этим ты прям срать будешь. При усилении, усиль. Сейчас, я знаю, но стреляет вверх. Вот, я могу ставить, да? Да, да, можешь. А это что, она ждет? Это она усиливает выстрел, но лучше, ну, лучше просто стрелять. Я можно понял. Усилить так же, можно усилить выстрелы. Она много делает. Ага. Чат, мне кажется, зонинг будет просто нереальный от злого. Он просто его засыпет. А Славе нужно будет дойти. Назад. Вперед надо нажать. Вперед, вперед, вместе. Вот так. И потом тыкни. Тыкни. Вниз квадрат. Потом, не, после этого вниз квадрат. Захват. И потом захват. Давай, делай это. Вперед, крест, треугольник, вниз. Вот так, и захват. Вот так. Будем так делать. Вот так. Так, быстренько я, короче, беру кейс, я тебе покажу, что мы можем ожидать. Самое страшное, наверное, что нас может ожидать, это зонинг. Бери Гераса, вторая вара. Да. Ой-ой-ой. Короче, мы будем так, чисто, я думаю, ударами ебошить. Смотри, она может зонить вот этим. А если она начнет зонить, мы прыгаем и пытаемся до нее дойти. Да, и пинаем.
Мы играем с ней на вблизи. Давай. Вот так. Тыкай, тыкай, короче, просто будем этот бешено тыкать ее. И захватывать. Ой-ой-ой. И захватывать. Ну что, бесконечно давай можно делать, блядь? Ты смотри, тыч вас... А, давай быстренько я тебе покажу. Если она... Вот, смотри, она будет делать вот это. Против нее мы, скорее всего, будем стоять в блоке. То есть не надо сидеть. У нее есть вот эта хуйня, и у меня есть вот эта хуйня. В общем, нам нужно будет стоять. Не сиди против нее в блоке, ладно? Понял. Ну вот, если ты сядешь, то будет вот это. Смотри, они могут использовать вот эту читерную серию. Смотри, вот эта серия. Здесь то же самое, что и Шао Кан. Если ты ее видишь, надо присесть перед последним ударом. Просто присядь без блока перед последним ударом. Я перкот хуерни, давай. Вот-вот, там не сразу. У нее там очень долго идет. Вот-вот, да, быстрее. Не-не-не, надо раньше отпускать. Вот так. И бей, короче, как-нибудь. И, кстати, еще один апперкот. Если апперкот попадет, сразу херач еще один апперкот. Давай, еще один апперкот сейчас. Молодец. Ух ты, блядь. 302 нахуй. Так, давай, блокируй. Блокируй. Вот так. Ебать, это закон вообще, 302 урона. Она вот зонит. Надо прыгать на нее, надо прыгать ногой. Сучка зонит. Очень интересно смотреть. Не то, что заезженная АС. Вот так, да. Ну, видишь, типа, я делал МК первый. Я хотел взять два турнира всего по МК. Ну, типа, первый вроде охуенно зашел, второй уже люди засирали, типа говорили, ой, блядь, ебать, ты повторяешь, это может что-то прикольно сделать. Хотя всего-навсего два. Показать. Тыкай, короче, очень много тычек нужно будет. Ты должен играть вблизи. Все, я буду сейчас их останавливать всех. Одну минуту дам, все. Ребята, у него одна есть минута. Приемы? Так, одна минута. Ребята, не нужно этот. Мы тут, да, с песками этими, со сложными водами. Смотри, у тебя есть, короче, песок вот этот, вниз-назад квадрат. Ребят, одна минута, я вас перекидываю. Окей. Просто злой тугой. Угу. Вот, вниз-назад квадрат почаще прям нажимаем. Если взять это 250, ну. Вот, вот этой, да. А, это очень жесткий зонинг у тебя. То есть ты можешь прям... Да, попробуй закомби сейчас. Угу, у меня нету этой. А, метра нету, да? Сейчас накопится. Надо сделать дэш и апперкот. Можешь, знаешь, как сделать? Можешь не апперкот нажать, а назад вперед 4 после усилия. Всех перекидаем. А вот это? Все, ребят, давай, я вас перекидываю. Все, финальный да, матч. Да, все, удачи. Самый всякого, важный. Да, доходите. Слава, удачи, брат. Удачи, брат. Спасибо, братан, тебе тоже. Удачи, Слава, вам, парень, короче, да. Играем вблизи, делаем тычки, да, и ебошим. Захват, Джонни, тычки, ты создашь? Все. Джонни? Да. Давай, тогда сетеваем. Слава, удачи. Спасибо большое, брат, тебе тоже. Ты так желаешь ему удачи раз 5, нахуй, как будто она тебе вообще не нужна. Сейчас всю свою удачу разжелаю. Давайте в Эденью зайдем, там два человека, все. О, блядь, так мы и так тут. Да, нужно, чтобы... Зайди в Эденью, пожалуйста. Я понял, мы и так в Эденью, блядь, вышел. Да, заходите заново. Прием с наверх ударом, где Кейси оверхедом бьет в конце. А у нее нет оверхеда на третьем ударе, у нее оверхед на втором. Понял, да, против нее стой в блоке. Да стой в блоке, Слав. Слушай, что тебе говорят. Слав. Стой будь стоять в блоке, захватов больше. Я тебя буду наказывать, Слав. Будешь стоять в блоке, я тебе говорю. Тебе надо идти на меня. А я буду тебе... Тебе надо идти на меня. А я буду тебя ебашить. Ну, в принципе, я не знаю, как ты выиграешь, но я тебе желаю удачи. Хватит, он разъебался. Я готов, Слав. Не, ну я как бы сейчас вообще... Ты готов, Слава? Все зашли? Я да. Стрим покажите только кто-нибудь, Вадим. Давай, бро. Так, а мы что, давай, мы мутим всех? Кроме тренеров? Да, вы мутите всех, кроме своего тренера.
Все, я тебя уже замутил. Славу я замутил. Джонни я замутил. Челкина я замутил. Алексей, вообще съебка будет. Гриндей. Меня тоже замутил. Да, я тебя слышу. Все. Короче, есть такая проблема, что сейчас все, может быть... Повторите, пожалуйста. Если Слава не поймет, как играть... Так. То Слава, может слышишь? Быть сейчас... Да. Опять какой-то счет разбил. Короче, все, наша тактика, да, ебашь давай. Ее вблизи. Тыкай, yes. Захватывай, просто ебашь, ладно? Да. Типа не думай об этом. Да? В общем, мы, если мы, она звонит, мы будем смотри, он будет пытаться с тобой сближаться, смотрится. Тычками тебя вот просто этими низкими, помнишь, когда заебал, больше вниз квадрат. Вот он будет нажимать тычка, захват. Вот как только он начнет тыкаться вот этой хуйней, попробуй присесть без блока и перход замешать. Соответственно, ношу, чтобы ему прям зубы прилетел за захваты. Вот, под захватами приседаем без блока. Иди, иди на нее, прыгай, ебашь. Давай, давай, иди нахуй. Иди нахуй, Гаррисон. Бей, бей, бей. Ну вот так он. Давай, иди, иди, иди и прыгай, пинай. Бей. Молодец, бей ее нахуй. Молодец, давай. Не отпускай. Захвата, да? Сейчас бей тыкни, короче. Да, да. Тыкни и захвати. Нога, как нога? Ой, ладно. Вот хорош, вот, 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 опять котик ему. Фатальный удар, фатальный удар. Нормально, да? Ничего, ничего страшного. Смотри, ее фатальный удар — это удар сверху. Не забывай, надо у тебя стоять в блоке. Воздухе, если он много прыгает, ты можешь тоже типа, отпрыгнуть. Типа да, против нее надо стоять в блоке, когда вперед, она делает квадрат. Фатальный удар. Не сиди. Давай, бей ее. Бей ее! Бей, бей, бей! Хорош! Ебать, первая выигранная. Сейчас очень много тычек будет. Это прям. Прыгни и пни нахер. Прыгни и пни ее. Как воздух? Давай, давай, ебаш. Тыкни. Молодец. Тыкни нахуй. Хорош, давай, ебаш. Не останавливайся, не останавливайся. Давай, давай, молодец. Гвозди забивай. Да прыгни и пни. Чисто с завода такой чувак. Да, чисто столер пришел, блядь. Ебашит в пол, блядь. Какая у тебя тактика на игру? Ну, блядь, хуй его знает, блядь. Блядь, забавная хуйня, что происходит. Иди, прыгни и пни, короче. Хорош. Какая тактика на бой, тренер? Иди прыгни в небе. Ебни его. Пошел он нахуй, блядь. Это какая-то хуйня, слышишь? Как это, блядь, блокировать, да? Ну, жди, пока он от тебя не отодвинется. Вот, он когда он нажмет много тычек, а потом напрыжка с ногой просто. Ой, надо идти прыгать. Ай-яй-яй, ну да. Ладно, брат. Напрыжка с ногой быстро. Назад вперед. Захватывай, да? Побольше, больше захватывай. Нет. Просто на него напрыгиваешь и бьешь ногой в прыжке. Ну, это ему давай, иди прыгай. Пробьет, если он будет вот так тыкаться постоянно. Ладно, ладно. Иди. Бей ее. Вот сейчас. Захвати. Напрыжка с ногой. Да, ладно, хуяр, хуяр, похуй. Давай, давай, давай. Ладно. Вот, прыгай вот, тоже, вот. Прыгай тоже. Ну это пиздец, угар. Он заебал. Да, захвати. Жди, 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 он отодвинется. Прыгай, ногой, прыгай, ногой прыгай. Молодец. Бей ее, до других ударов. Увлекательный геймплей. Ой-ой-ой. Бля, кто там смеется молодец. У меня? Как сказал один из тренеров. Бей. Такая игра. Захвати, блин, дорогой. Молодец. Бей ее. Бей. О! Это такая крыса, блядь. Ничего страшного, нормально. Ну, самое главное, спокойно, не тильтуй. Если он постоянно эту тему нажимает, просто рвись на дистанцию, отходи от него. И старайся стрелять пистолетом по ногам. Слава, слушай меня, мы не можем всю игру играть от этой херни, ладно? Захваты нужны. Блядь, ну он, конечно, в крысу так хуярит этой рукой, блядь, я ебал нахуй. Но это грязище, но ничего, нормально. Это ебаное грязище, надо делать воздушно. Бля, какой угар. Просто напрыжка с тобой. Такой укулачик. Да, не, воздушная нога. Плитки. Назад, вперед, ноль. Учи, потом шлифую. Нет, да. Ты имеешь в виду, которая вот продвигает ее. Больше захватываем, больше именно... Да. Просто тысячам объем. Бля, слезы просто нахуй. Ну да, хорошо. Ну сука, блядь. Злой назвать. Не забывай, что у тебя есть... Короче, делай еще захваты. Кружок, крест. А, ну за трехударный уже крест. Да, да. Трехударка вот эта вот продвигающая хорошая. Это 1-0, да, уже? Угу. Да. Как думаешь, чего он начнет? Да я не знаю. С прыжка начать? Не-не-не. Начни, может... там просто подойди и ударь. Бей ее, короче, бей. Молодец, давай, иди. Бей, не надо ничего этот.
Давай. Извиняюсь, блядь, за пиздец. Молодец. Захвати. Иди, 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 иди на нее. Не давай, не давай уйти. Во, хорош, хорош. Давай, давай, иди, бей ее. Ты к ней захвати. Вот, молодец. Да, дядь, это за, сейчас, это короче, сразу мне. Делай вперед все, крест, треугольник. Ай, ну ладно, поздновато немного. Бля, он ну видишь, он очень много на тебя напрыгивает. Короче. То есть выжди момент, когда он прыгает, нажми назад вперед кружок просто. Окей. Фатальный удар. На следующем прыжке. Блять, какая же уёбище, какое уёбище. Блин. Назад вперед. Короче, я да, не знаю, ну типа, иди лучше следи сейчас за ним. На неё просто и следи. Сразу то есть бей. Как только он оторвался от земли, сразу назад вперед кружок. Пошел нахуй, я... блять, отсюда, сука, камень ёбаный, блять. Промахнулся. Не торопись, самое главное. Слушай, а сейчас надо, надо как-то надо не выпускать ее. Блин. Ой-ой-ой. Тыкай. Ты к ней захвати. Ты к ней захвати. Бей. Давай, 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 не отпускай. Бей. Бей. Молодец. Ебаш просто, не отпускай. Перестал гвозди забивать. О, пошел. Молодец. Бей, бей, бей нахуй. Куда ты прыгаешь, блядь? Ёсик. Вот, давай, давай, отдаляйся от него. Хорош. Бей. Бей. Блядь, я не могу молодец, ничего сделать ладно, ему, молодец. Слышишь? Серия назад треугольник кружок крест. Когда он на земле, постарайся подловить. Ну, блин, напрыгнуть очень. Бей, 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 бей. Тыкни. Вот, хорош, хорош. Просто, ну, надо почувствовать раньше ее, как она достает. Ладно. Вот, нихуя. Есть. Бей! Поймал. Захватик был бей. Какой-нибудь? Нет, не был. Бей! Fatal у тебя blow. Fatal Blow есть. Ай-яй-яй. Блин, надо бы... Прям на нежданчик его надо пихнуть. Как только прыгнет, нажми Fatal Blow. Прыгай, прыгай на нее. Если он прыгнет, прыгай. Ты можешь сам прыгнуть и в воздухе Fatal Blow. Хорош, блядь, хорош. Как лучший. У меня заряд пистолетов работает? Блядь, брат. Заряд пистолетов? Ну, да, удерживать надо. Их назад вперед. Слушай, короче, мы можем да, использовать да. Уже ну, песок. Блядь, короче, не заморачивайся, там перевоз дамага не особо большой. Начало, просто это все тайминг, он успеет прыгнуть и ударить. Вниз, назад, квадрат. И вот сейчас. Вниз, назад, квадрат и держи вперед, скажем. Типа, мы будем по ней попадать песком, хорошо? Это лучшая поддержка, блядь. Да, блядь, ну удары быстрее. Песок, вниз, назад, квадрат и типа держать вперед. Но это не нужно делать просто так. И там начинает зонить, то мы можем делать вот именно песок. Типа, как только уронил, попробуй сам на него напрыгнуть и бить квадратиками. На самом деле все на тоненького, потому чат. Что там у Славы тоже. Это промокод на Кайзгуране, он закреплен. Кому нужно? Давай, халява, давай, продолжай в том же духе. Больше типа быстрых захватов. Захваты. Mortal Kombat 192. Водите из халявной бабки. Бам. Давай. Ебаш я. Вот, хорош. Бей! Молодец. Давай, сразу, сразу сейчас атакую, сразу атакую. Ебать, телепорт, ебаный. Бей! Молодец, молодец, бей ее нахер, не отпускай, не отпускай вообще. Тыка, тычка. Нихуя, блядь, твой стрелок, я ебу. Давай, ебаш. Бей. Блин, она уйдет сейчас. Ай, блин. Ой, бля, ебай, бой. Но у тебя, короче, присасывающий Fatal Blow. Смотри, сейчас, сейчас, как только выйдешь из Fatal Blow, нажми трапу. Вниз, назад, квадрат, вперед. Быстро, быстро. У него его теперь нет. Ну ладно, иди тогда на нее. Бей, бей, бей! Бей, 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 бей. Ай-яй-яй. Хорош, хорош. Надо, кстати, хорошо сейчас играл. Короче, больше тычек вниз квадрат. Вниз квадрат делай, просто нон-стоп.
Хуерни. Давай, 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 нон-стоп. Нон-стоп, просто вниз квадрат. Ай-яй-яй. Фига себе, он там комбит. Вот это рабочий, слышь, хуйня, я сейчас поеду, попробую его удивить. Подожди. Удивил. Удивление прям. Давайте походу. Пошел нахуй, сюда. Блядь, так, блядь. Сука, позорник. Я тебя выебу, блядь. И выслушу, блядь. Дурачок ебаный. Я твой рот наоборот, твоя подвеска в сперме будет. Твоему утке этой в рот там. Кому? Кому? Пиздарь, блядь. Я его выебу нахуй. Утка, блядь, у него на голове какая-то нахуй. Его выебу, блядь. Какая утка? Нихуя не может сделать, блядь, завтрак нахуй. Слава. Да, брат. Вблизи мы должны его четко просить. Именно, скажем, тыкни, да, два раза. Как же я хочу залутать с него эти три раза блядь, захвати. Чтобы он понимал, то есть не нужно связался, вот использовать блядь, вот эту дальнюю тычку, хорошо? Просто, блядь, изи, нахуй. Не делай вот вниз круг. Делай вот эта нога твоя, да, которая назад вперед кружок, она безопасная. То есть если ты, допустим, что-то ему нажимаешь в блок и чувствуешь, что тебе надо... Не надо, не надо использовать. Все, просто вниз квадрат, потом захват, нахуй. Или просто вперед крест, этот, треугольник. Молодец. А, заперкот, заперкот. Забыл. Ну ладно, бей. Бей, бей ее нахуй. Молодец, бей. Бей. Бей, 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 бей. Тыкни, тыкни ее. Бей. Ай-яй-яй, это оверхед. Бей, бей, бей. Бей, просто. Блять, я не успеваю апперкот дать, понял? Ну, я понимаю, да. Ну, просто, если не успеваешь дать апперкот, просто заблокируй ее, стоя на прыжку. Бей. Ой-ой-ой. Тыкни, тыкни. Тыкни захват, да, молодец. Ой, пускай, сейчас блядь, два раза, короче, ладно, тычка вниз квадрат, вниз квадрат. Давай, давай, тыкни два раза. Тыкни. Плохо тыкает он. Ногу стрельнул. Ну, поёво. Ага. 200 урона, плюс 110. Плюс 110. Чё-то Слава сделал, ничего не может. Бей. Бей. Захвати. Молодец. Фатал блок можно встать. Бей! У него фейтал есть, аккуратней. Он притягивает и... Притянет? Фатальный удар! Ай, блин! Хорош! Чёрт, еле! 2-2. А, подожди. Он меня три раза выиграл или два? Он начинает адаптироваться. В следующем раунде будет... Да, ты тоже адаптируешься. Он никогда не сможет, он про него вспомнит и нажмет обязательно. Ой, как сейчас законтролил прыжок. Бля. Бей! Бей ее. Захвати! Захвати. Бля, он понял. Молодец, бля, давай, давай, давай. Серьезно. Сейчас вперед, крест, треугольник. Ой, бля. Ой, блядь. Хорошо. Ой, ебать. Ебать. Он, 358 урона. Бей. Фатальный удар. Бей. Бей, бей, бей. Ой, блядь. Бей. Бей, бей. Тебе надо было... Попробуй сам ему захваты нажимать вплотную, когда он целиком, там, целиком блядь, доделывает молодец, серию. Молодец, лучший. Смотри, когда он целиком какую-то 3-1, серию 3-1. Доделывает, да? То есть он вот немножко то, адаптируется, по ногам мы тоже адаптируемся. Или, молодец, или правильно делает. Или апперкотом заканчивает. Попробуй не апперкотом ему отвечать, а захват нажимать просто. Я понял. В зоне такая реакция прикольная. Бей, бей, та тыкни уже, тыкай, бей, бей. Мне кажется, с этих звуков бей сейчас удар по толблом, можно вообще музыкальный какой-нибудь трек сделать. Кто-то сделал фаталити. Фаталити. Гирис wins. Ничего, нормально, следующий. Какой счет? Какой счет? 3-1. По нашей методике. Какой счет? 3-1? Скажите счет, ребят, пожалуйста. Я бы сказал, тупо хуярим. Скажите, кто... Наверное, да, наверное, 3-1. Ля, какая мерзкая фаталити. Да, 3-1.
Чего не могу, блядь, уважение. Интересно, а Кентик, который злого тренирует, также ему все рассказывает? Бля, ему столько движуха. Я не знаю, какая у него методика. Такой хуйня бывает. Каждый удар, ебать, расписываешь. Не нужно. Но... Да, ну тут надо просто... Каждый удар, бей, бей. Когда вот... Попробуй, смотри, попробуй просто назад-вперед один пистолетиками стрелять, усиливать их самое главное. Ну раз нам разрешили разговаривать, я думаю, это скажем так, если начнет прыгать, он попадется на эти пистолеты. Пока что молодец. Типа так же продолжай, да больше тычек, больше вот захватов. Типа действительно вниз квадрат. Сенсей, здесь Лев, что мне делать? Молодец, бей его. Он опять себя в угол, кстати, догнал. Бей. Молодец, хороший захват. Заебали эти захваты, это пиздец. Бей, бей сразу, сразу бей. Вот это четко. Ой, бей, бей, нафиг, не останавливайся. Бей. О, апперкот, апперкот, апперкот. Второй, может быть. Да, а, не промахнулся. Он зря стоит, он сейчас, смотри, блин. Мне кажется, Слава проиграет. А что он делает? Вот, хорош, хорош. Он, осторожно, он заряжает. Блин, вниз, назад, квадрат. Ладно, бля, он молодец. И так пойдет. Он достал. Он достает на всю карту, блядь. Фатал блок жесткий какой-то, имбовый слишком. Может, я так уже. Это, короче, вниз, назад, квадрат. Бля, такой персонаж противный, пиздец. Подожди, а у меня вопрос, он Герас или Попробуй сейчас Герас вниз, назад, квадрат держать один раз. Я думал, Герас. Ну, ладно, пофиг тогда, без, тогда. Ладно. Без этого игра. Алексей, на Твиче, Герас точно. Хорошо. На Ютубе вот можно нас... и Герас. А можно Герас. Бей. Короче, после своей атаки старайся делать тычки, типа вот. Бей. Клаус заснул как будто. Да у него персонаж такой. Блять, ну как это? О, вот сейчас можно захват попробовать. Окей. Хорош, хорош. Ой, очень хорошо сделал. Молоточком промахнулся. Бей. Ой-ой-ой, хорошо. Слава растерялся. 1-1. Пошел нахуй, блядь. 1-1. Трапу, короче, надо нажимать. Попробуй, блядь, вот сейчас нажать. Вниз, назад, квадрат, вперед. Сядь! Короче, против этого надо сесть. Не-не-не, это не надо, надо идти на нее. Понял. Жестко зонит. Вот сейчас нажми вниз. Ну ладно. Бей ее, бей ее. Бей. Захватики. Молодец. Сейчас давай захват. Захват. Блять, как это он делает? Сейчас бей, сейчас бей. Как это захват, я не слышу? Попробуй сейчас присесть без блока, если он еще раз бей, нажмет бей, захват. Тыкни. Вот, сам тоже, да, попробуй бей, побольше бей. Потыкаться с ним. Ой, блять. У тебя вниз кружочек. Где мой фатал блоу, братан? Он, ты его уже потратил. Хорош, хорош, хорош. Какой счет? 3-2. 3-2. Ну, кстати, хочу сказать, что злой довольно серьезно адаптировался. Блин, надо нам научиться прожимать. Смотри, вниз, ты когда целиком доделал серию, да, вот, например, короче, там, ты если нажал нажать там, вниз, назад, квадрат, треугольный вперед, кружок, это средняя да? дистанция. Если нажать вниз, назад, квадрат. Попробуй. Вот финальчик охуенный чисто. А сколько? Какой счет? Я не понял, почему у тебя, Вадя, лайки нахуй никто не ставит? А, всем похуй. Какой счет? Строго, я слышу. Строго. Что? Слышу, я знаю, такой у вас какой, все равно какой перерыв. Счет? Какой перерыв? 3-2. Ну, не перерыв, а это... Какой счет у нас? 3-2, наверное. Зонит жестко, Бартанов. Вниз, назад, квадрат, строго. Вперед. А? Попробуйте. Какой у нас счет? Ты можешь поднимать на 3? Я не знаю. Нет, вот заблокировать и это сделать. Но мы один раз попробуем, если не получится, мы это не будем вязать. 40 тысяч лайков добейте, по-быстрому я ушел. Давай, бей ее. Бей. Блин, надо стоять там, короче. Если она это делает, стой. Прыгай. Прыгай.
Вниз, назад, квадрат, вперед. Молодец! Это песок? Сейчас захвати. Иди, да, иди, да, иди, он иди, попал песочком этим. Но от него прыгать можно. Бей, да? Сейчас, бей. Ах ты. Тыкни. Тыкни, захвати. Бей. Хорош. Блядь, а почему он мне всегда захват делает? Сейчас бей, бей, бей. Ну, потому что он не верит уже в спам тычками вот этими. Ты к нему привык. Сейчас он начнет бей, очень бей, много бей. Их нажимать, захватывать. Ой, ой, бей, бей! Блядь, как же мне это колено бесит, сука! Не отпускай, сука. Короче. Сейчас, вниз, назад, квадрат, как вперед. Это колено бесит. Попробуй, здесь. Попробуй. Не-не, ладно, иди, иди, прыгай. Бей! Бля, молодец, бля. Ой, апперкот! Бля. Бей! Бей! Поспокойней, самое главное, ты предыдущий очень хорошо взял технично. Сейчас надо так же просто ловить его на ошибках. Бей. Он очень много нажимает мимо, поэтому надо ловить. Молодец. Не отпускай ее, блядь. Как это колено ебаное, фиксить его. Бей! Молодец, бей, 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 бей! Тычка! Вот, и теперь атаковать. Тычка, захват! Да, блядь, как же он меня заебал! Такой, сука, браво. Бездарь ебаный, блядь! Пиздец, нахуй, блядь! Тыкаемся, короче, нон-стоп, вот эти вниз квадраты, слава. Одна игра нам осталась, сейчас мы его бахаем. Прям да, в приседе, прям по коленкам бей ему в приседе. Это 4-2. Да, брат. Нет, нет, ты просто присел и нажал одну тычку, одну кнопку, правильно делаешь. Квадратик. Вот, и если ты попадаешь ему по коленкам, ну, прям видишь анимацию, то, что ты попал по нему, сразу захват прям нажимай тоже. Чат, вот, кому нужна халява, пройдет, можете перейти по ссылке, закрепить. Видите, да, каждый год в чате. И Илон Mortal Kombat. Какие верхние атаки у меня есть? Нет, это только мои зрители уже вроде бы несколько раз смог прожать. Вперед, кружок, квадрат. Почему-то Леша убрал ставки, я думал, ставки будут на финал, и вы сможете эти халявные бабки еще поставить. Как думаете, это 5-2? Вперед, кружок, квадрат, и можно отменить ее в какой-нибудь. Бля, ты видишь, он с колена начинает, потом кладет блок, и как мне его пробить? Может, захват? Захват, да, захват, захват. То есть, если много жмет блок, если видишь, то что он сразу уходит. Чат, я надеюсь, вам понравилось. Захват. Я не знаю, такой, короче, похуй. Так охуенно. Молодец, бей ее на. О, тоже захватывать начал. Но он может привыкнуть и апперкоты начать. То есть ты чередуй как-нибудь. Ух ты. Бей. Мне кажется, сейчас злой выиграет. Молодец! Вау! Захват! Песочками ему нужно еще попадать умудряться. Ладно, ладно. Молодец. Блядь, слушай, ты уже супер Герас. Что? Ас. Супер Герас, он говорит. Апперкот. Двойной. Ладно, бей. Ебать. Блядь, что это за фатал блоу? Все, все, не расслабляемся. Додавливаем, он уже сломан. Да, он играем так же. Финал бей. Топ, остальное среднее. Ну а как? Бей, 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 хотел, чтоб... Ну, блять. Там просто, да, типа, видишь, бей. Тут рубка. А там не бей, было. Бей, 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 бей. Хотя здесь тоже злой на своем пике выиграл 5-0. Джонни выиграл 5-0. Так не на. Короче, нужно это как-то фиксить, чтобы одинаковые игроки блять, были. Блять, иди нахуй. Просто борьба нужна, ладно, понимаете? Когда 5-0, это не борьба, типа. Бей. Блядь. Блядь. Сейчас побей ее, пока не нужно. Бей, 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 сразу! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как же он бездарно использует этот фатал блок. Иди к ней, иди к ней, прыгни. Отходи от него, по зоне. Ой, хорош, давай, давай. Бей, ладно, попы. Ты, блядь, попал. Ребят, 4-3. Ладно, у нас есть фатальный удар под последний раунд. Не забывай про ногу, да, он опять, видишь, он опять начинает прыгать очень много. Да, да, он останется. Трэпу. Давай. Ой, хорошо, как он сделал. Бей. Блядь. Ой, блядь. Тыкай, короче, больше тыкай. Молодец. Тыкни, захвати.
Вы тоже чат всегда смотрите со стороны кого-то? На одного больше как-то, да? Давай, давай. Не отпускай, не отпускай, только не отпускай. Фатальный удар, молодец. Пизда ему. Сейчас напрыгнешь на нее. Или, или я не знаю. Прям ну, вообще, по крестику да. Нажимаешь сразу немного, чтобы можешь немножко пройти вперед, да? Прыгнуть и пнуть. Ну, вот во время Fatal Blow на каждый удар можно крест нажимать, чтобы снизить. Не, так не. Хорош! Последний удар может быть. Да. Нет. Чуть-чуть осталось. Бей! 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 О! Браво! Чуть-чуть прям. Браво, Бустер! Yeah. Гага. Поздравляю тебя бороз деньгами. Это молодец, было... молодец. Похуй. Молодец, вау. Я подел, пошел ты нахуй, ебать, ублюдок, сам наебать. Не кашлю, блядь, сука, твоя ебаная, блядь, босса, наебать, блядь. Слав, Слав, а ты знал, что ты... Слав, ты ни один свой пик не выиграл, ты знал это? Да нет, дядь, да ты, блядь, раз слил, блядь, ты слил, и, блядь, что-то еще ты. Сейчас я микрофон выключил. Блядский герой, просто блядский герой.